гуляем. Ульяна, аккуратней, не упади. Ну там грязно, Богдан. Фу. А, там руль? Да. Давай, катись на горку. Катись на горке, давай. Еще такая грязь в некоторых местах. Скорее бы все подсохло. Уля, малышка. Полетел! Ловлю, 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 поймаю. Поймаю. Уля маленькая. Как ты туда залезла? Я не знаю. Тише, не кричи. Все разрыли, дорогу делали. Зимой раскопали, а делать будут только летом. Трубы меняли или что-то делали. Солнце светит, такой холод, просто ветер холоднющий. Очень холодно. Сейчас пойдем погуляем. Идем. Наш стадион. Я уже как-то с него видео снимала. Наверное, уже 1.5-2 года прошло. Наверное, год прошел. Наверное, год прошел, как я снимала на стадионе. Надеюсь, там никого сейчас нету. Там обычно тепло, солнце пригревает. И вообще прикольно гулять с детьми. Ни дорог, ничего рядышком нету. Можно и мячик погонять. И поиграть. Около школы находится. Обычно сюда часто и ходим летом. То очень тепло обычно. Нету? Ну давай поиграем тогда тут немножко. А то сегодня на улице такой ветер холоднющий. Так давай сначала заедем. Специально коляску взяли, чтобы мячик положить было куда удобно. Ну давай, добросишь? Да. Очень высоко, да? Машина приехала, что-то будут строить, наверное. Не знаю. Машина какая-то с краном. Ого, попала? Да. Давай еще раз, я не сняла даже. Ого, ты баскетболистка, да? Молодец. Богдан там что-то в коляске ищет. Ну, кидай, в кольцо попадешь. Он футбол играет. А ты хочешь попасть туда? Машина большая. Ну, привет. Машина там большая. Что, боишься? Страшно? Да. А чего, она там ездит? Да. Есть? Да. Что есть? Вот так было. Руль. Да. Научился новое слово говорить. Говори, руль. Руль. Да. Руль. Да. Скажи, руль. Сюда машина приедет? Да. Не, она сюда не приедет, наверное. Она там за воротами стоит. Да. Туда приедет? Да. К маме подбежал. Ты за маму спрятался? Да. А кто мужчина? Кто должен маму защищать? А? Кто маму должен защищать? Ты должен защищать? А ты за маму прячешься. Поехали в магазин. В школе песенки поют. Музыка. Сейчас
пока-пока, школа. Тебе сюда только через 4 года. А? Богдану сюда через 4 года, а тебе в сентябре. Эти дома новые, вот уголок его торчит. Мы сейчас уже домой идем к себе. Вот. Короче, трехкомнатная в этом доме стоит где-то 150 тысяч евро. А двушки, я смотрела, за 97 есть. От квадратных метров зависит. Там их много, но полквартиры занимает вот этот только балкон. То есть квадратные метры считаются этого балкона. Ну что, идешь, щеки красные, холодно, да, ветер такой. Еще набегалась. Да, болят. В общем, у нас такие цены в поселке. У нас где-то 5 километров от Таллина. Даже нет, наверное, меньше. Это я смотрела от определенного магазина. Короче, вот такие цены у нас. В принципе, не отличаются, наверное, сейчас от таллинских особо. Вот. Если смотреть цены на обычные квартиры, то есть не в новых домах, да, вот именно постройки новые, то цены сейчас, наверное, от 60 тысяч евро. Это двушки, если брать. Если трехкомнатные, то есть по 100 тысяч тоже, даже не в новом доме. В общем, все очень дорого в Эстонии. Цены растут на недвижимость очень сильно. Смотри, киска бежит. Смотри, я увидела, пока болтала, увидела из леса. О, какой пушистый. Я думала, что заяц. Смотри, какой киска пушистый. Кс-к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 с. Ого, как медвежонок, да? Ого. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Богдану покажи, разверни коляску. Разверни коляску, Богдану покажи. О, это, наверное, девочка. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Не знаю, эстонские кошки, может, по-другому как-то, не кис-кис. Кис-к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 ис. Смотри, какая кися. Да. Ой, дома своей мало, да? Эва. Ой, какая пушистая. Прям из леса оттуда бежала. Не знаю, с какого дома она. Пошла, все. У нас нету вкусненького, пошла. Кстати, здесь в Ло у нас в поселке очень мало беспризорных котов. Это, я не знаю, это, наверное, домашняя чья-нибудь. Гулять вышла. У нас птички поют. У нас так каждое лето, каждую весну. Поют птички за окном. Никогда нет никакого шума, гамма. Как в деревне. Ты что, смотри, какая она толстая. Она, наверное, чья-то. Может, с частного дома откуда-то. Пошла, деловая. Деловая колбаса. Я ее потрогала. Потом Лиза почувствует, что ты другую кошку трогала. И будет это, ревновать. Скажет, ага, променяла меня на кошку другую. У нее шубка. Они же все чувствуют. Шубка? Да. Первый раз кошку на улице увидели так. У соседей, правда, гуляет. Потом прыгает на окно. Меня кошки любят, потому что я кошатница. Обожаю кошек. С детства. Всегда кошки дома были у мамы. В последнее время покупаю вот такие данонки вкусненькие. Открываешь, и они прямо оттуда их. На, твоя. Это твоя. Сейчас открою.